Здравствуйте, меня зовут Алексей Коневский, я шеф-повар ресторана Джуджу. Название Джуджу происходит от названия африканского амулета, символизирующего счастье, добро, богатство, тепло, уют и, в принципе, все то, что мы пытаемся передать в нашем ресторане и нашим гостям. У меня в меню порядка 200 позиций из разных кухонь мира. Приходите к нам, у нас очень вкусно.